катались из одной точки в точку, из пункта А в пункт Б, что-то передавали, что-то забирали, что-то развозили. Могу ли такие местные поставщики термобелья? Тогда никто не мог найти термобелье для ребят и из ССУ, и из Теробороны, холодно. Нас в хорошем смысле поразили абсолютно все те люди, которые остались, и мы понимаем, что, ну, блин, этих людей ты не сломишь, этих людей ты никаким образом не сможешь с ними что-либо сделать, и все хорошо будет с нами, с нашей стороной, пока у нас есть такие люди. Я просто мечтаю фотографировать все эти эмоции, улыбки, поцелуи и сделать какую-нибудь фотографию, которая наверняка войдет в учебник истории, как вот иллюстрация дня победы.